Здорово всем, друзья, на связи Грим Оптимист, и мы играем с вами снова в Dirty Bomb. Как многие из вас просили, да, я уже сливаю с первой секунды. В общем, игра меня реально радует. Это очень жалко, что... Очень жалко, что какая-то херь там происходит с ее, ну, вообще тестированием в России. По мне, игра имеет очень большие шансы стать хитом. Ну, это, конечно, как Counter-Strike GO там не станет, но... какую-то свою нишу, да, получить, это более чем реально. Блин. Какая-то пушка у него мощная, у этого чувачка. Блин, это враг. Блин, они быстрые такие, эти засранцы. У меня патронов уже нету, ни хрена. И здоровья нету. Не, перестрелку в лобовую. Не лучшая идея идти. Хочу, короче, снайпера открыть. Мне немного совсем осталось очков, буквально чуть-чуть, и мы с вами откроем снайпера. Очень охота поиграть за него. Тут что мне нравится, то что у каждого персонажа какой-то свой стиль есть, то есть они довольно сильно отличаются, но лично я бы хотел, чтобы в этой игре было, не туда пошел, больше было кастомизации какой-то, то есть чтобы можно было реально профиль настраивать, там, каждое оружие выбирать, какое тебе надо. А сейчас тут как бы, ну, так, нам защищать нужно, да? Этот, а сейчас тут каждое оружие, ну, то есть каждый профиль, он, ну, какой есть, такой есть. То есть ты не можешь его никак редактировать. Это как бы, ну, на любителя, скажем так. Мне это не очень нравится. Я уж про кастомизацию самого оружия это вообще молчу. А мне бы это тоже не повредило. Блин. Блин, я так сейчас подохну тут. Ну, тут уже шансов-то не надо было валить назад. Вот. Это было, пошло реально игре на пользу, если бы была, ну, было больше, как бы, возможностей для какой-то кастомизации. Но по мне, так, я не понимаю реально вот наших локализаторов, то есть, что они там булки мнут, то есть, игра реально четко из фри-то-плея, ну, в этом жанре, вот конкретно в этом, я ничего лучше не видел, то есть... Конечно, Heroes and Generals кто-то может сказать, но Heroes and Generals это другой жанр вообще, то есть, ну, общего у них ничего нету, только то, что от первого лица. Поэтому, как бы, ну, по мне так игра однозначно заслуживает того, чтобы выйти в России, я думаю, что поклонников у нее будет довольно много, то есть, ну, как бы, онлайн там в 10, 15, 20 тысяч набрать вообще легко можно, то есть, не напрягаясь. Если с тем же, говорю, Сурвариумом сравнивать, это просто, ну, это небо и земля, то есть это уровень, совершенно другой уровень игры. Хоть и тут ничего особенного-то нету, да, в принципе, то есть, ну. До свидания. Ну, это уровень другой просто, то есть это... Блин, не то. Блин. Боюсь просто, что это... Кто-нибудь прибежит. Надо в голову стрелять, так я говорил. То есть тут в тело. Блин, у меня соседи, ребят, сверлят. Я надеюсь, не очень будет бесить. Я уже сам, ребят, не знаю, что с ними делать, серьезно. У меня работа стоит, все, я не могу никакое серьезное видео там по танкам записать, ничего. Вот вынужден сейчас пока играть Dirty Bomb, просто потому что, ну, что-то делать надо, как бы, ну. Как бы, ну, вы поняли, короче. На что более серьезное, просто нет возможности. Давайте-ка мы с вами вот так вот сделаем. Понятно. Блин, я не вовремя до чего перезарядился. Ну,
Вот они так сверлят уже 4 часа. Причем начали они с 8 утра. То есть я встал сегодня в 8. Ну, так получилось, что, по идее, я мог сегодня себе позволить и до 12. Ну, там, до 11 поспать, но... И причем они так сверлят уже, наверное, вот сколько я живу. Я не знаю, но это давно, то есть я долго живу здесь. Они постоянно сверлят, просто вот постоянно. Я не знаю, что можно столько лет чинить. Это какой-то бред вообще. Вот, вот там вот, короче, палевное такое место, конечно. Хорошо. Зажимом, конечно, не самая лучшая идея стрелять, но иногда приходится. Неплохо я так пострелял в этом бою. Бля, у меня патроны закончились. Не рассчитал. Блин, я так и знал, что убьет меня собака. Не знаю, у меня уже, знаете, какие-то мысли возникают. Может, им эпоксидки в замок налить реально? Потому что, ну, как бы это неуважение просто к своим соседям. Когда ты с 8 утра хуяришь вот так вот дрелью, просто не переставая. Причем не один день, а постоянно. То есть ты это регулярно делаешь. Так, понятно. Там наверху. Блин, зря я это сделал, ну, с неполным здоровьем. Вот там вот крыса позиция такая, вот там постоянно какая-нибудь, блядь, сидит одна и настреливает. Выбить очень сложно. Не, выбить-то не сложно, но они снова туда приходят. Я уже заметил. Кстати, мне очень нравится вообще стиль этой игры, то есть... Прикольно оружие сделано, оно как бы, ну, такое мультяшное слегка, но... При этом, как бы, единственное, говорю, звуки стрельбы поносные, вот реально можно получше было сделать. Так, это вот так не поднять. Блин, да чтоб тебя, а вот сидит там эта крыса. И хоть ты обоссись, а. Немного вот не добиваю, видите. Но если убить, она снова туда сядет. То есть, говорю, тут, вот это мне не нравится. Причем мне туда попасть очень сложно будет. Меня снесет. Народ тоже как бы он, ну, тимплея какого-то особенного пока тут нету. Единственный случай, когда я помню, что реально был как какой-то тимплей, это... Так, что у меня чешется ухо. Это когда какой-то чувак пытался командовать, но он делал это опять-таки на очень таком плохом английском, то есть, ну, с очень серьезным акцентом, и я плохо вообще мог понять, что он говорит. То есть я и так-то плохо английский понимаю, я еще говорю, когда с акцентом диким каким-то говорят, я вообще ничего не понимаю. Поздняк.
Блин, у меня патроны закончились. Так, это наш. Все. Просрали мы. Я вообще постоянно проигрываю. Я просто не всегда понимаю, что надо делать. То есть, тут надо было защищать эту херь, но как-то не получилось. Так, что? О, неплохо кредитов дали. Я выполнил там одно задание просто. Вот это вот. Осталось вот это еще. И у нас с вами... Ну, там, по-моему, не хватит еще на этот... На снайпера, но там уже вообще чуть-чуть, там буквально там пару сотен останется очков и все. И причем они так будут сверлить где-то, я не знаю, ну часа 4, может 5 еще даже. То есть до вечера. Да больше даже, наверное, там часов до 8 вечера. Я не понимаю, что там можно сверлить столько времени, то есть столько лет. Просто у них все стены, видимо, в дырках, я не знаю, что вот можно... Чем можно столько времени заниматься? Даже какой-то капитальный ремонт, мне кажется, не требует такого количества. Кстати, возможно, у нас там... есть, да, у нас есть с вами кейсы, но я хочу вот это задание. Сейчас еще одну миссию с вами выполним, и потом пойдем открывать кейсы. Никогда не думал, что я буду этим заниматься. Ну, учитывая, что я же их не покупаю, как бы все четко. Вот, еще мы сейчас с вами... Короче, будет 29 тысяч, да, очков, и там немного останется. Короче, я не знаю, что реально наши дистрибьюторы эти долбаные мохают. Они просто мохают. Давно надо было запускать нормальный ЗБТ в стране, да. Да даже ОБТ можно. Игра вполне, как бы, качеством соответствует продукту на открытом бета-тесте. Запустить ее в Steam и все. Ну или там через свою какую-нибудь херь. И все, я говорю, онлайн был бы нормальный. Я бы сам играл в нее с удовольствием. То есть, я думаю, что многие бы играли с удовольствием. Чего они так тупят, я не знаю. То ли у них там проблемы какие-то, то ли что, то ли они просто дебилы. Ну как, в большинстве случаев бывает. Пока еще этот, подготовочка, так что можно, в принципе. Надо остановить эту машину. Единственное, я не понимаю, как ее остановить. То есть, как ее уничтожить, по-моему, никак нельзя. То есть... Первый раунд. Пока играю за этого персонажа, просто потому что у него хотя бы патроны есть всегда с собой. А то за других играешь, никто тебе патроны не кидает. И это бесит. Так, один ушел. Эх, убил. Мой вроде. Поднимать меня, да, смысла тут нету. О, враг. Черт. До свидания. Так, тут. Можно от бедра стрелять на средней дистанции, как я говорил. Тут целятся только на дальние. Но это зря я сейчас вылез. Конечно, с неполным хп. Не самая лучшая идея. И реально, вот еще пару дней я просто эпоксидки им налью в замок и все. И посмотрим, блин, как будет весело. Правда, тогда они будут сверлить еще и менять замок в двери. Так, блин, зря я надо было валить. Зря я на него полез. Ну давай, быстрее. Или поднимайте меня, или что там. Тут никто не поднимет. Бегать с ножом здесь быстрее. Кстати, в этой игре еще можно делать вот так вот. Отпрыгивать от стен. Как вы видите, один на один я перестреливаю почти всегда, но хп, конечно, уходит сильно.
как в этом случае. Правда, его я тоже покоцал, но не сильно. Так, тихо. Да ё-моё, блин. Все, засел тоже. Ну вот, в этой игре, конечно, крыс почти нету, но их мало, то есть, но встречаются все равно иногда. Куда? Ну, в любом шутере они есть, так как бы ничего не делать. Я просто хочу поисследовать карту, может, тут какие-то обходные пути есть. Крысы есть в любом шутере, но в этом их мало. То есть тут просто геймплей сам не под, ну, не поощряет такую тактику особо. Блин. С дробовиком, конечно, на ближней дистанции нечего делать. В смысле, ну, нечего против него делать. Убивает все равно. Так, тут наш. Патрончики. Тут можно много их набрать впрок, как бы чуть-чуть. Больше, чем при обычном восполнении. Давайте-ка на второй этажик поднимемся. Так, ну-ка посмотрим. Что-то нечего тут наверху делать, по большому счету. Есть, успел, блин, второй застрелил меня. Пока вроде мы эту, как бы, ну, они еще толком и не сели в эту машину, то есть мы ее дефим нормально. Если я все правильно понимаю. Пока вроде все неплохо идет. Почему-то подумал, что это свой сначала. Скажет, как ты знал, что он там стоит, что, наверное, с ВХ играешь. Вы будете смеяться, но такие люди есть, действительно. Которые не понимают, что если человек стреляет гранатами или кидает, то, скорее всего, он... Он как бы там стоит с большой долей вероятности, и его можно убить. Блин, они сейчас захватят эту машину, надо... решать. Не, не захватят. Блин, а! Да ё-моё, блин, а! Так, 30 секунд осталось, пацаны, мы должны справиться. Пока вроде все неплохо идет. А с такой скоростью носится вообще жесть. Ну, конечно, кинул свою гранату. Секунды, но все, мы справились.
Блин, да. Поднимай, чё? Поднимайте трупы-то, чё вы стоите-то, дебилы? Ой, господи. Не, я понимаю, что это долго делать, если у тебя не медик-персонаж, но... Так, все равно как-то это... Попытаться-то можно, тем более, учитывая, что там союзников-то было много довольно. Это было неприятно. О, это было глупо с моей стороны выйти туда. Ну давай, давай, блин, я не знаю, как эту машину остановить, вот я вообще не понимаю. Ее оружие не берет. Как ее останавливать-то? Интересно. Непонятно. Понятно. Там не пройти. На, еще тебе. Нормально. Не, по-моему, вообще не берет. Блин, он аэрстрайк кинул. Ну, далеко, нормально. Вывезем. Так вот. Блин, ну это жопа, что-то вообще как-то не вывоз. Еще эти ублюдки сверлят мне, на мозги давят. Я вот пробовал до этого в танки играть, просто, ну, не на запись. Я вообще не могу ничего, мне постоянно это я вообще просто так начал сливаться жестко, ничего не могу. Просто, вот я играю в Dirty Bomb чисто на рефлексах, то есть вообще, ну, особо не думаю. И тогда еще более-менее можно как-то. А в играх, где надо думать, там, когда тебе бзикают через каждые 3 секунды, это просто не вывоз. Блин, мы эта херня сейчас доедет, надо что-то сорешать. А как ее уничтожить, а? Все, уничтожили. Фух. Я вот не понимаю, как ее уничтожить, то есть какими методами, какими способами. Потому что аэрстрайк ни хера не действует, по-моему. Ой, твою мать! Да, ё-моё, блин, застрял в какой-то щитках в этих сраных. Так, давайте-ка возьмем вот этого персонажа. Мне кажется, тут он получше зайдет. Тут они скоплениями противники, и гранаты будут хорошо тут. Блин, они сейчас залезут. Они сейчас меня хлопнут. Просто там покидаем хорошенько. Успел уйти, но не очень хорошо. По-моему, бессмысленно вообще. Хорошо, надавал.
Блин, а... Блин, у меня патронов совсем нету. На своей гранате еще подорвался, а? Так, ну что, с пистолетом будет тяжело, наверное, вынести его. Ну да. Патронов не хватает постоянно. Вот мне чем не нравятся другие классы, кроме этого жердея, да? То, что просто постоянно, ну как жердея, крепыша. Постоянно не хватает патронов. Они заканчиваются, и там хоть ты можешь сам пополнить, а за другие классы ты не можешь. Вымораживает. Все, вроде как остановили. Все нормально. Да. Mission accomplished. But you made that look hard work. О! Это я понимаю. Так, ну давайте вернемся в меню. Вроде какие-то кейсы должны быть. Может быть. Да, есть. Кейс есть один. Открываем. Смотрим, что нам выпадет. О, блин, это было клево. Nice. У меня даже персонажи. Вот там был классный вот этот вот. Этот профиль был клевый, конечно. М9, понятно. Ну, пока я все равно за него играть не могу. Ладно, на этом все на сегодня. Ставьте большие пальцы, если хотите больше видосов по Dirty Bomb. Не забывайте писать свои комментарии, подписываться на канал, если вы все еще этого не сделали. Всем до скорого, друзья. Всем пока.